Всем здравствуйте, дорогие друзья. Всем вам такого вот хорошего денечка, вечерочка. Приятного. Без грусти, без забот. Доброе утро всем. Тебя не видно. Иди сюда. Иду. Доброе утро. Утро. Доброе утро. Всем хорошего дня. Будьте все здоровы и счастливы. Да. А мы едем в Киров. Как я и говорила, надо ехать в Киров. Везем Лешика опять к доктору. Опять? Все никак. Вот катавасия, да? Все где? Ну, может, уже последний раз, даст Бог. Да? Ну, в общем, расскажем. Что и как расскажем. Сейчас еще заедем на почту. Сегодня хорошо. Утро у нас умытое такое вот. Вчера был дождичек. И ночью, по-моему, дождик был. Тюльпаны пошли. Красота. Одуваны! Тюльпаны, одуваны! Вау! 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 Едем, да? Ох, у меня колеса, вау! Грязные. Да ладно, сейчас помоются. Ну, вау, поехали. Поехали. Давай мне пакет. Сейчас на почте выйду. Ну, давай. Тяжело. Давай. Какая свистулька? А, потерялась. Ребята, я в шоке. В мокром у нас сегодня неотправный день. Посылки не отправляют. Приехали в Бетлицу на почту. Коробок нет. Ну, говорю, может, есть у вас коробочка какая-то. Есть же, получаете товар все равно. И в пакет положить. Нет, идите в магазине, спрашивайте. Вот такие. Да в любом магазине коробку спросить по размеру. Ну, я просто, ну что за люди такие, а? Да поехали в Киров уже. Там, может, есть коробки все-таки в Кирове. Не, ну пойди навстречу, есть же коробки всякие. Пусть на почте сейчас как в магазине. Нет. Выстояла полчаса в очереди. Ну что ж, ладно. Видимо, выручка не важна. Ну ладно, что ж. Такие люди есть везде. Не знаю, у нас на почте в мокром, мы приходим, нам обязательно найдут коробочку. Любую коробочку, а потом ее вот в этот пакет. Да. Нет слов. Ладно, едем в Киров. Заехали в мокрое на почту. Там не получилось. Но там только понедельник и среда, отправный день. Мы, может, поездим вот так вот и все-таки завтра отправим. Не, ну хотелось бы цветы все-таки, хотелось бы пораньше отправить, чтобы они не лежали. Поскорее бы их посадить. Ну, в крайнем случае, уже завтра тогда. Целая эпопея. С отправкой. Едем в Киров. Почта в Кирове. Сейчас пойдем сюда, узнаем. Это последний у нас этот, да? Последний обход. Да, ну если что, завтра тогда в мокром отправим. Что делать? Все.
Все, ребята, получилось. Отправили. Без проблем. Все быстренько, все сделали. Даже не пришлось ничего заполнять. Все такие приветливые здесь девочки. Молодцы, мне очень понравилось. Знаете, как-то сгладилось это вот нехороший осадок такой после петлицы. А куда ты поворачиваешь, Лешка? А куда мы едем? Уже прямо не поедем. Надо ждать. Ой, господи, что ты будешь делать? Тут машина. Ремонт. Что-то ремонтирует. Так красиво. Ой, а мы в этом году даже деревья не побелили. Ага, и не вкопали. Надо заняться, надо купить побелку и свистьбы где-нибудь достать. Все, ребята. Это вот уже мой. Эпопея не закончилась. Надо все-таки ехать в Калугу за анализами. Ну вот прокататься, да, это 3000. Съездить в Калугу. Две. Там кофе попить. Тудым-судым. Судым-тудым. Перекусить. В общем, ну, Лешек, в пятницу, наверное, поедешь, да? Придется, да. Лучше бы сразу поехали, вот как она сказала. 29-го, ну, да? Нет, апреля. Надо было поехать, забрать эти анализы и все. 21. А то сколько ездили, мы уже третий раз приехали в Киров, да? Да. 21 век. А что не мудрец? Сказал бы мне онколог. Так, что? Мне фикс прайс надо еще зайти. Ах, тебе фикс прайс надо. Да. Как я нам ставлю фикс прайс? Мне надо зайти в фикс прайс, хочу купить им мочалки. Нету. А, ну вот тут вот, вставай, ну вставай вот тут вот. Ну, что ты? Вот так вот. Да и все. И пошли все. Заехали. Куда-то заехали. Мочалки для этих, потому что рассада стояла на окнах, и вот эта вот вода проливалась, знаете, желтая это обычным, обычной мочалкой не отмывается. Надо супер мочалку. А там специальная, да, мочалка. Ну, пошли. Беленькая. Пошли за специальной мочалкой. Пошли. Приехали в этот в кафешку свою. Тут уже столики поставили. Ну, ветер. Ветер. Можно было бы посидеть. Ветер все портит. Ну, как обычно, да. Не пойму, почему так все дрожит. Никого почти. Сядем. Сядем здесь. В начале моей карьеры стояла цель собрать сегодня концерт. Собрать своих слушателей. И сегодня это случится впервые в Москве. И, ну, типа, эмоции переполняют. Мы в своей любимой кафешке. Я буду очень стараться. Лёшек. Нам говорит, 7 лет, надо сделать 8. Кого 8? Ну, она на день рождения заказывает. А. У нас говорит, новому 7 лет, надо сделать 8. Как 8? Ну ладно, всё, правильно. Лёшек. Ладно, будем пить кофе. Взяли по маленькой. Ну что, по маленькой? Лешек мне купил кусочек пиццы, такой вот, не знаю, как называется. Я не знаю. И ты не знаешь. Ну и ладно. Хочешь укусить? Нет. Не хочешь? А я что-то проголодалась, ребята. Это, наверное, потому, что я съела конфету эту. Вот. Да, съела конфету. И аппетит пошел. Для поправки настроения. И аппетит пошел. Да. Ладно.
еще спасибо. Ой, этому дому. Поедем к другому. Забежала в Фикс Прайс. Ребята, взяла вот такие вот губки. Губки ластик. И пергамент. Пергамент 199 рублей. Да? Или 99 рублей. 99 рублей. И губка 79, по-моему. Чек не взяла. Да, пергамент 99 и 79 губка. Силиконизированный. Мне писали там, что есть хороший пергамент в этом Фикс Прайсе. Ну, а я все забывала. Вот это все, что купили. Так вот, по минимуму. Здесь тоже одуванов, гляньте сколько. Все в одуванах. Цветут. Так, надо нам заехать в магазин. Оставлять я забыла, и все, и больше мы ее не видели. Где-то малыш уже заносил. Она то найдется, конечно, но когда? Куда сейчас? Пишут мне, куда? Прямо вот до того, где газовик, магазин. Ага. Пишут: снимите, покажите свой дом для новых подписчиков. Ребята, я уже давно хотела снять новый облик нашего дома, как бы внутри, и выставить. Там у меня есть фотографии, каким он был до того, как мы купили. Но сейчас очень проблематично навести порядок у нас в доме. Только тут наводишь порядок, переходишь в другое место, там уже опять срач. Потом как-нибудь. Потому что это просто невозможно. Понимаете? А снимать вот это на видео, вот этот весь беспорядок, что-то мне не очень хочется. Ну как беспорядок, просто там игрушки, там кубики, там какая-то кофточка, там какие-то штанишки, там носочки, там, ну, ребенок. Так что сниму обязательно потом. Так, сейчас. Так, вот. Сейчас сюда. Вот, да, с торца этого дома. Вот здесь вот заезжать туда. Может, здесь остановиться? А почему здесь остановиться? А, ну вот здесь останавливайся, да. Вон она, ветеринарная аптека у нас. Это обычная аптека, а вон там за деревом ветеринарная аптека. Вот такая мазь. Мазь ям, или еще называется ям БК. Почему БК, не знаю. Сера, окись цинка. Но пахнет, я вам скажу, запах еще тот. 300 рублей, 50 граммов. Ну что такое? Вот такой пузырек маленький, 50 граммов. Делать. Надо мазать. Пока заехали на заправку, здесь расскажу вам про посылку. Посылка, значит, вышла, вес 4700,
Вот, стоит посылка 635 рублей и 110 коробка 735 рублей. Так что, ребята, доставка сейчас по интернет-магазинам дорого. И если там обходится 400-500 рублей, это еще нормально. Но тоже, наверное, смотря что пересылают. Тоже зависит от веса. Доставка дорого. Да, вот все хорошо в интернет-магазинах, да? Но вот доставка. Да. Ну вот сейчас в Wildberries вот этот Озон, там доставка бесплатная, очень удобно даже. Даже можешь примерить, померить и отказаться. О. Так что так вот. Все, едем, заправились сейчас. Едем домой. Едем домой, еще заедем к ребятам, крымчанам. Надо, Леша обещал там иголку посмотреть, мяч накачать. Заедем и домой. Быстренько, потому что время уже, скоро обед. Моему большому ребенку спать пора. Ну а что? Гоняем в холостую, наверное. Гоняем в холостую, да. На Кирове из Кирова. Ну а что делать? Зашла на заправку, хотела чупа-чупс себе купить, чтобы не скучно было ехать. Нету на заправке чупа-чупсов. А сейчас, а тут есть, вот открылся новый магазинчик. Сейчас заедем посмотрим. Дальше, помнишь, красный такой, где пустырь был? Кругом одуванов полно. Ну так красиво, правда? На зеленом этом фоне желтые одуванчики. Вот он, да. Вот, заезжаю вот отсюда, выезжаю оттуда. Я же блатные сигареты купил. Вот смотри, если будешь курить такие сигареты, у тебя столько зубов будет, Лешик. Ух ты, блин, надо начинать. Надо начинать курить. А сколько стоит? 200. Офигеть. И 198. Ой. Я не знаю, открыто ли это. Открыто? Леша купил масло для пилы. Брось туда его к себе. А ты что, для пилы купил? А? Для да, пилы? Да, для косы. Ну, для всего. А, ну для всего? Точно? Что? И сколько стоит? 600. Ага, 1 литр. Едем, ребята, домой. Мы уже почти дома. Такая вот зелень кругом. Сейчас заедем, водички наберем. Черемуха цветет. Красота такая. А вечером так пахнет. Вот если ветер с той стороны, прям так вот, такой аромат. Вот вам источник. Нам источник.
Да, Лёшка? Да. Пойдём. Тебе помочь? Да ладно, сиди. Лёшек всегда так говорит. Да ладно, сиди. А я и сижу. Лёшек сам. Красота. Заехали к ребятам, попили кофейку. Соловей поет. Надо открыть окно. Тишина такая. Ну давайте, пойте. Будний день, и вот такая вот тишина. Ни машин, никого. Так здорово. Тишина, красота. Дождик начал капать, ребята. Нет, что это? Черное. Лёша говорит, тучка вонючка нашла. Это наше озеро. Вот. Теперь там дерево лежит. Да. Упало. Даже не одно, а два. Красная рыбацкая есть. Дерево. Может, в прошлый раз видно было плохо, не знаю. Сейчас еще пройду. Вот какие тут. Вот когда едешь туда, лучше видно. Мне кажется. Не знаю. Поваленные деревья. Там очень мало. Очень мало поваленных деревьев. А в мокром, конечно, вот здесь за деревней вообще, за селом много. Все, мы дома, можно сказать. Дом продается, кому интересно. Рядом с медпунктом. Если кому интересно. Спрашивали у меня снять на лето. Ну, это надо поспрашивать. Это надо в магазине, может, спросить. Может, Лёшка пойдет в магазин, спросит. А если мокровские вот смотрят же, если кто знаете, сдает, скажите, я предложу. Люди приедут, снимут. Все копейка какая-то. Приехали, ребята, домой. Ну, я не буду показывать, что купила. Что купила? Я вам все показала. Соловей вон там поет. Где-то кто-то косит уже. Лёшек тоже скоро начнет. Вот. Одуванчиковое поле. Варила я варенье одуванчиковое. Ну, получился у меня сироп. Такой, типа сиропа одуванчикового. Но это не в этом году, нет. Это позапрошлом году. Ладно, ребята. Давайте.
Пока-пока вам.